Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Спілкуючись з навколишнім середовищем, ми так чи інакше, але можемо натрапити на небезпеку. Від екології, від укусів, комах, змій, павуків, кліщів, комарів. Тож сьогодні ми розкажемо вам, як же позбутись, як знайти вихід із такої ситуації, якщо, наприклад, вас хтось вкусив. І допоможе нам розібратися у цьому питанні Микола Шинкаренко, завідувач Центром з лікування гострих отруєнь, міська клінічна лікарня номер 4 Дніпровської міської ради. Дуже раді вас бачити, пане Микола. Добрий день. Тож, з приводу і навколишнього середовища, і того, що нас оточує. Ми хочемо чи не хочемо, але ми тут живемо, дихаємо, їмо, п'ємо усе, що нас оточує. Так? Як себе забезпечити екологією чистою? За можливості. Чи це є такий вихід з ситуації? Чи, можливо, це утопія? Ну, это практически невозможно сделать, потому что мы, это есть среда окружающая. Мы составная часть среды, просто у нас наше человеческое отношение к этой среде привело к тому, что мы теперь этой среды боимся. Вот, и стараемся как-то ее избежать, что-то там улучшить, что-то вывести, что-то не вводить. Мы не можем исключить себя и до тех пор, пока мы не поймем, что человек это не хозяин природы и не будет ее превращать во что-то удобоваримое для него. Мы не сможем избавиться от этих разных опасностей. Единственное, что можно посоветовать человеку, который современный, пользуется всеми благами цивилизации и хочет минимизировать воздействие окружающей среды, это пользоваться по возможности водой нормальной, продуктами нормальными. Слово «нормальный» я вкладываю очень большой смысл, потому что ну, у меня нет критериев, что такое нормальный продукт. Если на нем даже написано, что это продукт выращенный там-то, там-то, и, ну, как, мы же всегда сомневаемся. Понимаете? Так, да. А проверить не можем. Да, мы только доверяем. Как это мы проверим? Да. Ведь есть же токсичность сиюминутная, есть отсроченная, а есть мутации, которые вызывают через какие-то, через 10 лет. Вот сейчас идет разговор о том, что 1000 лет назад коровы смутировали, теперь молоко А1 отмутировали от коров. Нельзя пить, только пить только от коров А2. Понимаете? А в Европе давно уже этим занимается. И теперь Украина будет закупать быков и коров, где-то там в Голландии, это чистая линия А2, что мы пили молоко. В чем возник вопрос? Ну, не может человек не переносить молоко. Молоко – это продукт первой необходимости. А все больше и больше людей его не переносят. Оказывается, это коровы А1 дают молоко с высоким содержанием казеина, которое вызывает вот эти всякие неприятные ощущения у человека. Вот. И вот, но если уже до этого дошло, то я думаю, что дойдет когда-нибудь и до остальных продуктов. Ну, будем... звичайно. И овощи, да, так да, само, мы зараз овощи, не можем зрозуміти, да. Мы все хотим и кушать и раннюю клубничку, и сладкую кукурузу. А они уже не, просто так не получается. Надо его... Земля истощается, и надо подкармливать. А чим підкармлюють? Хімією. А ми потім цю хімію кушаємо. А, пане Микола, ну справді так страшно жити, як то кажуть. Ну не страшно, ну це життя. Ну, надо приймати це як данність. Чому страшно? Жити хорошо. Не жити було страшно. Якщо ми в змозі обирати, і було б з чого, як то кажуть. А якщо нам пропонується лише все приблизно однакове, то то вже гірший варіант. Ну ми ж смирились з тим, що колбаса содержить сою. Смирились. І давно. Правильно? Мы же молча, уже это не поднимается на флаг, что ой-ой-ой, там своя. Ну, все остальное. Человек приспосабливается к тому, что он создал сам. Он приспосабливается. Он, вот, к примеру, у нас у всех, во всех районах города разный радиационный фон. Разный. Но мы же живем. Пане Микола, а от якщо так більш конкретніше, то я розумію, що зараз не хочеться лякати людей, але ну, більш-менш тоді розкажіть по районах. Ось можна так сказати? Ну, де найнебезпечніше, ну і де вже погірше? Я не буду вам називати райони, я просто скажу, що райони, які стоять на кам'янистій породі, в частності на ґрунтах, содержащих дуже багато гранітної породи, вони, у них фон більший, тому що граніт содержить, він дольше цю радіацію держить. Тому, а пугати людей, розумієте, у нас достатньо є передачі програм, по яким можна пугати людину. Наша задача не пугать, а направить человека, чтобы он мог выбирать, чтобы он правильно выбирал между тем, что может быть,
І... Ну, якщо вже немає можливості обрати, якщо ви там працюєте, наприклад, чи ви там живете, можливо, не так швидко людина може змінити той чи інший образ свого життя. Чи можна якимось чином себе потім забезпечити повноцінним харчуванням, наприклад, так, чистою водою, якось змивати це все, не знаю, може щось їсти для того, щоб виводити токсини? Хорошо. Змивати чим? Водою. Так. Де ту воду брати? Очищувати, мабуть. Очистка ж дає тільки, навіть 5 степеней очистки, вона ж не дає повну очистку води. І взагалі, совершенно чиста вода, вона ж не удобоварима. А чоловік состоїть на 90% з води. Понимаете? Давайте ми лишимо його води. Давайте ми її очистимо до такої степені, що вона буде хімічно чистою. Це мертва вода. Поэтому понятие чистая вода очень... Мы говорим, есть вкусная вода, есть невкусная. Правильно? Ну, с жерла можно да, быть чистого. Да, вот она вкусная, так, холодная, она вкусная. Может быть она вкусная, да. Так она... Там же масса разных солей. Угу. Микроэлементов. А если мы все это почистим, все, и что это будет за еда? Ну, дитяча, можливо, вода будет краще. Ну, ребеночку, да. Хотя, смотрите, если человек рождается в определенном районе, на определенном фоне, даже вот радиационном содержании там разных металлов, в том числе и тяжелых, он... адаптируется к этому, и он вырастает в этом районе относительно здоровым. Угу. Понимаете? Он потом уезжает. Очень, есть случаи, когда человек прожил в одном месте долго, а потом уехал, поменял воду, и тут же заболевает. Хотя эта вода чище, чем та, что он раньше угу. жил. Ну, поэтому, все відносно, да, так это, сказати понятие вже это точно. Относительно. Поэтому пугать никого не нужно, просто надо относиться к своему здоровью более тщательно. Если есть возможность предотвратить какое-то токсическое воздействие, то это надо делать. Вот это то, что касается токсикологии. Мы занимаемся тем, что мы предупреждаем людей, что может быть. Не то, что уже есть, что мы практически не можем изменить, а то, что угу. может быть. Ну так, звичайно, старатися. Так, да. Оце перше, що ми можемо зробити. Якщо, наприклад, ми зараз вийдемо на природу, будемо десь біля водойми, ще часто люди зустрічаються зі зміями, з павуками, літо, потеплішало, можливо, дощі трошки збили таку ситуацію, але от ті райони, от там Запоріжжя, наприклад, Запорізька область, чи ближче от до нас, навіть і в Дніпропетровській, трапляються випадки, коли люди наражаються на небезпеку від ось таких живих істот. Коли вже вкусила змія, що, наприклад, чи павук, і ви бачите, що щось вже починає напухати, от та рана, які перші дії треба зробити, аби не було пізно? І якщо немає можливості одразу потрапити до лікарні? Ну, ми почнемо з того, що треба зробити для того, щоб вас не укусила. Ні змія, ні павук, ні... Ну, може, випадково, знаєте? Ну, так. Для того, чтобы вас не укусило, если вы выезжаете на природу, да, сейчас лето такое, пока не очень теплое, да, влажное, ну, а все равно тянет на природу. Тянет к речке, тянет в лес, тянет. Поэтому одевайтесь соответственно. Одевайтесь так, если вы идете в незнакомое место, где люди практически не посещают его, там, с каменистым берегом, там, водоем рядышком. Одевайте высокие сапоги, одевайте брюки, не бриджи до колен, а закрывающие ноги. Одевайте куртку, чтобы, если вы даже наступите на что-то, то оно вас не укусило. Если вы идете по незнакомой местности, старайтесь больше шуметь. Поверьте мне, змея, если она слышит шаги человека, она уползет гораздо быстрее, чем вы ее увидите. Она не настроена на вас нападать. И вот эти все сказки, что земля клубком, змея клубком сворачивается, гонится за... Ну, это сказки, ну, это так, мифы. Так. Змея кусает только в том случае, если ее насильно потревожат. Чаще всего вот весенние укусы змеи связаны с тем, что либо случайно наступает человек на змею, либо рвет траву на даче, там, а она пригрелась на солнышке, он не заметил ее. Ну, либо начинают играться с ними, выяснять, ядовито это, не ядовито, хватают ее, поднимают, гоняются за ней. Естественно, она будет защищаться. Ну и, можливо, коли ще в неї потомство очікується, то також вони більш агресивні. В період, вот весной, в начале мая, когда у них идет период спаривания, когда эти клубки огромные змей находят во врагах, они очень агрессивные. И самки, и самцы агрессивные. У нас, к счастью, в нашей области есть ядовитые змеи, но смертельно ядовитых нет. Тобто, в принципі, людину можна да. нормально врятувати, да. і навіть якщо не зразу вона звернулася да. до лікарні. Если, за последние 50 лет никто не умер от укуса гадюки. Но есть люди, которые их все больше и больше, которые имеют очень тяжелые аллергические реакции. Угу. Змеиный яд – это белковый яд,
которая может быть непредсказуемой реакцией. Человек может погибнуть от шока анафилактического, не столько от яда гадюки. Поэтому, конечно, легче всего избежать. Но если уже это случилось, и вы видели, что это змея, и характерные две точечки, и кровоточащие все. Яд очень сложный у гадюки, поэтому не надо паниковать, не надо кричать, не надо разрезать накрест, и как Рэмбо, это, прижигать ножом. Ничего, да, не, что только не рубят. И отсасывать не надо, потому что вас могут, у того, что будет отсасывать, может оказаться какая-то ранка во рту, и он пострадает, потому что это голова. Надо просто эту конечность, чаще всего это конечность, ее иммобилизировать, больного положить, напоить его теплым питьем щелочным, дать ему антигистаминный препарат. Сейчас же практически все на машинах. Ну, нет пеших туристов очень мало. В каждой аптечке есть что-то антигистаминное, типа Давила, Супрессина, Димедрола, дать вот это. Вот. И обильно теплое питье, и поехать в больницу. В больнице разберутся, сыворотка нужна, не нужна. А перевязывать потрібно? Зафиксировать? Нет. Не треба? Слово перевязывать мне сразу ассоциируется с тем, надо ли накладывать жгут. Ни в коем случае. Жгут, ось, вы можете жгутом привести к ампутации конечности. Вы не умеете пользоваться жгутом, особенно в летнее время. Вы не знаете, как два часа как послабить, как восстановить. Не надо. Значит, иммобилизировали, если это рука или нога, там, рука подвязали к туловищу, там, косынку повесили, и все, больше ничего не надо делать. Не нужно там жгуты накладывать. Не надо везти в больницу. К счастью, я уже сказал, что за последние 50 лет никто не умер. Я надеюсь, что никто не умрет в ближайшие несколько десятков лет. Потому что у нас, кроме гадюки степной и гадюки обыкновенной, ну, еще есть гадюка никольская, больше змей нет. Угу. Что же что же касается пауков, у нас немножко другая ситуация. Если вы, ну, вы знаете все, что идет мировая тенденция к якобы глобальному потеплению. Ну так, да? У нас теж стало теплее. Да, да, у нас стало теплее, у нас стали зимы более теплые, у нас стали весна, ну, скажем так, странноватый климат стал. Угу. Да? Вот. И вот более теплокровные такие насекомые, как, допустим, пауки, они потихоньку перебираются, да не только пауки перебираются, другие у нас... Чернобыль привел к очень многим изменениям, и в основном фауны, ну и флора меняется. У нас появился каракурт. У нас раньше был крестовик, у нас раньше был тарантул, которого в детстве очень многие мальчики ловили на кусочек смолы или пластилина в норку, вынимали. Он тоже кусается, и крестовик кусается. Ну, это такая боль быстро проходящая. А вот каракурт, конечно, это более, скажем так, небезпечный, более тяжелый, да. У нас никто от каракурта не умер. Никто. Сразу предупреждаю, тоже в этом катастрофы нет. Каракурт – это черная вдова, это пауки семейства вдов, их много. Австралийская вдова, европейская, хорватская, там, австрийская, там эти, очень много. Укус каракурта очень болезненный. И он не пройдет незамеченным. Если вас укусил, что-то укусило, и вы не успели увидеть что, и через 20 минут начинается тяжелая, очень сильная боль, и начинается боль не только, конечно, где вас укусило, а спина, нога, ноги начинают сводить, типа судороги, живот схватывает. Это каракурт. Ну, если вы уверены, что это каракурт, то первым способом является, в данном случае это очень эффективно, у каракурта яд термолабильный, взять три спички вместе головки, поджечь и прижечь вместо укуса. Яд термолабильный, а хелицерия у него не очень длинная, он глубоко не проникает, поэтому его можно быстренько инактивировать, с чем облегчить. Тож треба ще знати, як це правильно робити. Ну, взять три спички, вот три спички, черкнуть и в это место укуса прижечь. Все. Все одно це буде краще, ніж чекати. Да. Вот. И ехать в лечебное учреждение. Да, оно протекает тяжело, может быть, и 10 дней, 2 недели болевые, все. Но все равно это проходит. А какие наслідки? Чи є якісь? Если брать по змеям, если рана не осложнилась каким-нибудь гнойным осложнением, то, в принципе, 5-7 дней, и все, человек уходит без следа. Но у гадюки в яде есть часть, которая вызывает некроз мягких тканей в месте укуса, и там может появиться некротическая язва. Если она еще инфицируется, а если у человека еще
есть нарушения сосудистые какие-то, там варикозное расширение вен, трофические язвы, не заживает, диабет, то эта язва может достаточно долго беспокоить человека и привести к рубцеванию в этом месте. Ну, в принципе, все оно, все это проходит. Проходит, так, да. С часом. У паука вообще ничего не происходит после этого. Угу. Поэтому в этом плане, вы там вспоминали о клещах. Клещи, не бывает только вот май-июнь, вот влажно, когда клещ, тоже разновидности очень большие. Кроме энцефалита, вот эта болезнь Лайма, тоже надо, вы поехали в лес, вы что-то там делали, бегали, играли, собирали грибы, там же. Вы пришли домой, надо полностью осмотреть себя и своих животных. Чаще всего их приносят, они нападают, ну не нападают, а падают на котов, на собак, вот, и надо хорошо... Бывает такое, что человек просто не заметил, и ему где-то за шиворот упал или там на ногу заполз. Поэтому обувь должна быть высокой, брюки до самых... Для всех выпадков пяти, да? Да, так. Это то, что от вас зависит. Приехал домой, разделся, вещи вытрусил, я посмотрел себя перед душем или во время душа, потому что... И если вы какой-то бугорок или родинку нашли, которую у вас раньше не было, это явно не родинка. Это уже клещ, да, понимаете? А багато людей самі стараються витягати, от за ниточку там прокручують. За ниточку прокручують. В чому сложність при клещі? Ви можете оторвати йому брюшко, а голову з його лапками оставити там. А іменно там знаходиться бактерії, які визивають болезнь Лайма. Вот. Либо энцефалит. Поэтому тоже от вас, все зависит от вас, от вашей настороженности. Понимаете, чаще всего к последствиям приводит беспечность. Просто человек беспечный, вот поехали, ой, ну это касается, кстати, отравления грибами, тоже мы сегодня не касаемся, но вот насобирали, вот собирал, а потом в конце глаз замылился и собрал 2-3 грибочка других, и кинул в корзину, и все. Этого достаточно, чтобы все потравились. Ну, це просто жах. Да. А скажіть, будь ласка, пане Миколо, як от комарі, так? Зараз поки що так не турбують, але буде трошки тепліше, ну і там, можливо, це ось липень-серпень, і комарів буде дуже багато. Вони кусають і дуже так багато їх, так? Розчухують діти, да, особливо. Да. Чи є порятунок, ну, окрім тих засобів, які є на сьогодні, які найдієвіші, от на ваш погляд? Понимаете, когда у человека возникает проблема, возникает отрасль, которая с этой проблемой борется. Против комаров борются все, начиная от самолетов, да, и кончая бытовыми приборами, там, и ультразвуками, и специальные лампы, которые вкручиваются, комары летят туда и погибают. Я скажу вам так, что в последнее время не сколько комары беспокоят, сколько мошка. Вот, и мне, я сталкивался буквально вот прошлым летом, позапрошлым, когда мне подходили ко мне, спрашивали, что это такое. То есть это не укус комара, это есть сосущие насекомые, есть грызущие. Вот мошка грызущая, вот она кусает, и вместе укуса образуется волдырь такой, и он может быть очень долго беспокоит. Очень долго. Он сначала белесое пятно, потом оно становится красным ярко, потом оно разрастается на всю конечность. И оно не просто часть, оно болит. Потом там может еще нагноиться. Может... Вот это такая малесенькая да, мошка? Да, маленькая-маленькая мошка, которая может сидеть в траве, и вы ее даже не заметите. Понимаете? Ее невозможно заметить. Комары, ну это спутники наши. Ну как поехать в лес без комаров? Ну как поехать на дачу, и комаров вокруг нету? Боремся, кто дымом, кто там разными приборами. А обробляти, як потім ранку цю? Понимаете как? Ну, ранку, вот я хочу как токсиколог заострить внимание ваше не на обработке ранки, а на обработке репеллентами. Репеллентов существует масса. И все они убивают комаров, не дают кусать. Все это они на основе какого-то токсического вещества, которое может всосаться через кожу, и комар вас не укусит, а вы будете чувствовать вялость, слабость, потому что вы передозировали этот препарат. Особенно аэрозольный, когда он обрызгивается, все, и в это время вдыхает, вот, и возникает разная симптоматика. Очень аккуратно. Если вы пользуетесь, лучше пользуйтесь шариковыми дезодорантами, чтобы за ними руками не брались. Потому что мази надо втирать рукой, потом эту руку мыть, потом лезете в глаза, потом лезете в лицо. Ну, есть масса нюансов. Поэтому... Конечно, как бы вы... Есть вот эти литические разные штуки. Там таблетки вставляются. Да.
Так, тобто все це можна зробити. А пане Миколо, ми вам дуже дякуємо, що багато вже інформації прозвучало. Ну, от ми розглянули найпоширеніші ситуації, які можуть бути кожного літа. І якщо люди будуть обачними, обережними і будуть знати, що треба робити, аби не сталося, так? Гірше, коли вже сталося. Але все одно є вихід із ситуації, з будь-якої. І ось ви сьогодні про це все дуже добре розповіли. Будемо прислухатися до ваших порад. Дійсно, дуже добре, коли люди обачливі, обережні, так? Ну і так треба робити. І особливо треба турбуватися про ваших дітей, тому що вони, можливо, не знають, не помітять, а і будуть наражатися на небезпеку. Якщо можна ще два слова, так, я би хотів сказати, що якщо вже прийшло у вас таке, як щось вас укусило, от, у нас в місті є центр по лікуванню острих отруєнь і їх ослаблення. 4-та больниця на поселку Западному. Ми працюємо круглосуточно, пожалуйста, у нас врачі-токсикологи вас завжди проконсультують. Розв'яють ваші сумніння, ваші страхи, либо допоможуть. Це дуже добре, що є куди звернутися, і можна їхати, тим більше ви працюєте цілодобово. Да. Так. Да. Тому будемо знати, куди треба їхати. Дуже дякуємо вам, будемо чекати Спасибо. Вас ще у нашій студії, і зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.